Марина, а вот ходят такие легенды, что к вам на огонек заглядывали звезды ландшафтного дизайна. Слышал, что у вас бывал Джон Брукс, правда да, ли это? Да, и сидел как раз вот в этом кресле. Вот так вот. Да, а в этом Энди Стэджин. Да вы что? Да. Слушайте, ну вот вы общались прямо с такими светилами вообще ландшафтного дизайна. Как вы вообще вот с ними себя чувствовали? Оценили ли они вас как профессионала? Ну, мне сложно сказать. Честно говоря, мы эти вопросы не обсуждали. Смотрели сад, разговаривали о садах, о ландшафтном дизайне, разговаривали о растениях. Обо мне мы не говорили. Ну, растения, они, наверное, были же у вас в вашем питомнике. Конечно. Энди Стэджин брал мои многолетники для своей экспозиции в Михайловском саду, вот Императорские сады 2015. Помню, да, такую историю. Мне тоже приходилось работать в Императорских садах. Сейчас сидим рядом с вами, а сзади вас колосятся злаки. Я смотрю, что вы, может быть, именно Пита Удольфа в гости ждете теперь. Ну, я понимаю, что это шутка. Я бы с удовольствием. Почему нет? Ну, во всяком случае, я не очень стесняюсь, когда ко мне приходят вот такие люди. Злаки, если вы хотите эту историю, я могу рассказать. Конечно, на этом месте раньше были другие растения. Но потом, когда в моду вошли злаки, а, собственно говоря, в моем питомнике злаки очень давно размножаются. В 2004 году я ездила в Лондон на Челси, совершала поездки по английским садам и оттуда в чемодане привезла злаки. И вот с 2004 года в моем питомнике размножаются злаки. И я думаю, что, наверное, коллекция злаков, наверное, самая большая в Ленинградской области. Да вы что? А вы можете что-то порекомендовать вот людям, которые только вот проникаются вот этой концепцией новой волны и хотят с чего-то начать? Может, посоветуете им какие-то определенные растения? Ну, в концепции малоуходности, чтобы с ними не было проблем, чтобы не было вот этой вот истории, что мы посадили, зимой это все выпрело, вымерзло, высохло. Может быть, назовете какие-то несколько ваших любимых злаков? Ну, самые устойчивые, самые беспроблемные – это веники. Веник с зелеными листьями – Карл Форстер. Веник с белоокаймленными листьями – Авердам. Самые простые злаки – щучки. Никогда с ними ни у кого не будет проблем. Собственно говоря, и овсец вечно живущий тоже беспроблемный. Сподиопогон сибирский, пожалуйста, будет расти у вас без проблем. Есть проблемы с мискантусами. К сожалению, очень красивые злаки, но да, у нас не очень хорошо зимуют. Еще все мечтают иметь пампасскую траву. К сожалению, этот злак у нас не будет расти. Он просто не сможет перезимовать. Еще все мечтают иметь пенисетумы. Да, точно. Да, на картинках западных садов огромное множество сортов, даже с розовыми метелками. Этот злак я пробовала выращивать. Картодерию я даже не пробовала, а вот пенисетум я из Англии тогда привезла. Он у меня прекрасно разросся. Было несколько очаровательных кочек, красивейшая вещь, но, к сожалению, не перезимовала ни одной зимы. Ну, хорошо, что у нас доступны веники, их достаточно много, мне кажется, что с помощью малиний, веников и щучек, плюс помимо злаков мы же еще можем дополнить это осоками. Сейчас появился у нас наконец-таки в питомниках и садовых центрах большой ассортимент очень интересных осок, они у вас, по-моему, тоже есть. Да, есть. Скажите, а вот какие еще растения, помимо злаков и осок, можно сочетать, наверное, в нововолновых цветниках? Ну вот для начинающих. Я смотрю, у вас есть герани. Можно герани. Пожалуйста, не вянники, русские ромашки. Это будет аутентично, это будет стилистически верно. Злаки, которые растут на лугу. Ромашки, которые растут на лугу, можно колокольчики туда добавить. И это будет вот такая вот история, которую мы называем рукотворный луг. То есть вот уже не мавританский луг, а такой, наверное, все-таки больше русский луг. Русский луг, рукотворный, безусловно, луг. Вот здесь как бы ключевое слово. Сделанный руками, не посеянный, а посаженный. Ага, вот так. То есть все равно это не малоуходная история. Все равно нововолновой цветник тоже нуждается в прополке. Вы знаете, любой цветник,
можно сделать малоуходным, если правильно подобрать видовой материал, видовой состав, если правильно посадить, то есть правильно расположить эти растения друг относительно друга и подрастить этот цветник до такого момента, когда растения сомкнутся друг с другом, и просто в этом цветнике не будет места сорнякам. Ну, в крайнем случае, вы пройдете по краю цветника и там оборвете 3-4-5 сорнячков, которые вот именно по краю растут. То есть нововолновой цветник не обязательно должен иметь какую-то огромную площадь, потому что, ну, говорят, массивы, это хорошо смотрится вот именно как поле, как лук, или это может быть, ну, соточка? Соточка. Соточка – это хороший размер для цветника, конечно. 100 квадратных метров, безусловно. Я думаю, что если у нас с вами 10 квадратных метров, давайте не будем его называть нововолновой. Давайте просто скажем композиция со злаками. Ну, прекрасно, это будет да. смотреться не хуже. То есть, в принципе, не надо чего-то копировать. Можно экспериментировать и пытаться создать что-то свое, не пытаясь соответствовать каким-то стандартным журнальным картинкам и Питу Удольфу. Я думаю, что большинству садоводов даже не нравятся вот эти картинки, которые иллюстрируют сады Пита Удольфа. Мода. Ну, не нравится, но надо. Вот бывает, что людям и одежда не нравится. Да нет. Она вот смотрит, но надо. Да нет, я общаюсь с большим количеством садоводов и в питомнике, и посредством социальных сетей. Нет, наши люди не такие уж, знаете, склонные к слепому копированию. Наши люди любят другие цветы. Это пышные, правда. Махровые, яркие. Замечательно, Марина. Вот как раз к пышным, махровым и ярким цветам я и хотел бы перейти. Мы обязательно снимем с Мариной ролик про флоксы. У нее замечательная коллекция флоксов, их огромное количество. Они сейчас только начали еще цвести, но я думаю, что вот раннецветущие сорта мы с вами сможем посмотреть. Хорошо. Замечательно. Смотрите канал Европлант.